Услышав крики, вот с той стороны мы думаем, где же они? И вот там, оказывается, лодочка стоит, и они залезли на лодочку. Запрыгивают, да. Вот лодочка, они там залезли туда и орут. Надо же, так это специально для них поставили? Вот ж не знаю. Для чего она стоит, я не знаю, но то, что они там пользуются, это видно. С другой позиции, вот сверху. Тут на них. Запах здесь, знаете, как таранка к пиву. Вот примерно такой. И сегодня еще вода достаточно прозрачная. Вот там, если вы видите, вот они там выползают. И когда эти морские львы уходят в воду, их видно еще на каком-то расстоянии, глубину туда. Вот так. Плавают в водичке. Понедельник, работы им не надо, а что-то не так. Просто плавают. Тут прям какой-то роман в воде. Так вот, чувствуется, что испытывают нежные чувства. А тут, друзья, такой женский клуб. Самочки морских львов, они поменьше размером, чем мужички. Ну, они тут как-то так сгрудились. Смотрите, прям как, я извиняюсь, консервные банки. Шпроты. И балдеют. Покрикивают иногда. Вот эти маленькие тут вокруг с такой скоростью носятся, как торпеды. Их невозможно заснять. Я просто не знаю даже, что делать. Так я глазом вижу. И они так большие круги такие описывают. То вглубь уйдут, то по поверхности, то выскочат во весь рост, проскочат. Невероятное такое зрелище. Ребята, я такое первый раз вижу. Так они вот сюда подходили, вот сюда прямо. Они просто побыли под нами. Мы что, тебя ждали, чтобы это самое. А и люди рядом с ними. Ты посмотри, вот там рядом люди, они не боятся их? Но они не должны вот, быть не боятся. Близко, смотри, вот прямо. Почти у самого берега, там буквально по пояс глубины. Вообще у вас и там люди уже. Сюда они как массово, массово пошли двумя группами. Народ смылся из воды, испугались. Обратно пошли, что ли? Не поймешь. Как команду там подает. Ты мне нравишься. Ну или может у них кто-то там погиб, и они боятся к нему подойти. Видите, они кого-то зовут. Знаешь, как эта группа, как вот это их план. И вот они говорят, иди, не бойся, иди к нам. Да, такое ощущение, что они зовут кого-то к себе. Ну что, друзья, на парусе написано «Шерданы». И чувствуется, что люди там не то чтобы как-то вот выбить им нечего. Чашка чая. «Шерданы, Шерданы». Что они там? А как же не выпить свет? Ну и, конечно, друзья, оказавшись на пирсе Санта-Крус, мы не могли пройти мимо морских львов. Обратите внимание, три девочки
Такие маленькие, посветлее. И здоровенный мужичища. Вот одна девочка на нем тут лежит. Там еще в воде плавают, видите? Вот плывет красавец. Да, их тут некоторое количество. Сгрудились на пятачке. Вот там тоже есть сколько-то. Да. Красавцы. Это, друзья, для вас я сочинил по ходу дела стишок. Приезжайте, львы и львицы, приезжайте в Санта-Крус, чтобы лично насладиться тем, чем с вами я делюсь.